Согласно преданиям различных народов мира, на священной горе Алатырь на современном Эльбрусе когда-то был воздвигнут храм Сокровищницы Солнца. Древние греки верили, что в нем хранится золотое руно. Иудеи помещали туда легендарный Ковчег Завета. По преданию, в тех же местах на горе Алатырь славянский князь Кий основал город Кияр, столицу древнего могущественного государства Брускалань. До недавних пор это считалось всего лишь легендой, и исследования в этой области не проводились. Только в 2000-х при поддержке премьер-министра России Владимира Путина археологам удалось начать фундаментальные исследования в этой области. Среди ряда археологических открытий в Приэльбрусье было обнаружено это сооружение. Высота около 40 метров. Диаметр основания 150 метров. То же соотношение, что у египетских пирамид. Судя по всему, это фундамент того самого храма Солнца. Возраст сооружения более 5000 лет. Сенсация! На территории России найдены останки древнейшей цивилизации, возраст которой превосходит культуры Египта и Месопотамии. Ученые выдвинули гипотезу. 3000 лет назад на бескрайних просторах от Балканских гор до Тихого океана, от Карельских лесов и до Кавказа существовала высокоразвитая цивилизация. Многочисленные народы России и Европы являются ее прямыми потомками. Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Экспедиция программы «Тайны мира». Возможно, нам повезет. По следам сенсационных археологических открытий. Там, где не проедет автомобиль, пройдут лошади. Это переворачивает современные представления о всемирной истории. Эльбрус – это прародина всех ариев. Древняя обсерватория на Эльбрусе. Без другого такого памятника в России попросту нет. Какую тайну она хранит? И мы находимся так близко от этой тайны. Здесь человек может стать бессмертным. Тайны мира. Места силы России. Осенью 2011 года специальному корреспонденту программы «Тайны мира» во время экспедиции в Кабардино-Балкарию удалось встретиться с одним из расхитителей гробниц. То, что он показал нам, может стать мировой сенсацией и заставит по-новому взглянуть на всемирную историю всего человечества. По словам черного копателя, на одном из высокогорных плато при Эльбрусье он обнаружил древний некрополь. Шлем древнего воина, кинжалы и конская сбруя – эти артефакты не имеют аналогов в мире. Историк Виктор Котляров поражен увиденным. Подобная сохранности шлем довольно редчайшая вещь вообще. Это не просто редчайшая вещь, это, может быть, даже в этих местах такие не встречаются. По мнению историка, эти доспехи и оружие принадлежат легендарной цивилизации киммерийцев. Считается, что в середине первого тысячелетия до нашей эры индоарийский народ основал государство Рускалань. Их могущественная страна простиралась от Балкан и до Алтайских гор, от Белого моря и до Центральной Азии. Считается, что индоевропейцы одними из первых оседлали лошадь и стали применять колеса. Благодаря этому они смогли расселиться почти по всему миру. Но Кавказские горы всегда были для них особенным местом. Святой землей предков. Эльбрус – это прародина всех ариев, и в том числе
нашего русского народа. Древняя Рускалан, Рускалань как раз и была в предгорьях Эльбруса. Их страну Киммерию в «Одиссее» воспевает Гомер. Об их могуществе писали античные историки, но до сих пор не была доказана реальность их существования. История киммерийцев очень интересная, но начальные и конечные периоды очень темные у киммерийцев. Судьба киммерийцев как бы теряется в истории. Экспедиция программы «Тайны мира» прибыла в Приэльбрусье. Наша цель – исследовать древний некрополь, найденный черными копателями в Баксанском ущелье. Специально для этого мы привезли с собой самое современное оборудование для геодезической разведки. Шестиметровая толща земли теперь для нас не преграда. С помощью мощного георадара мы сейчас сканируем землю. Возможно, нам повезет, и мы сможем обнаружить уникальные артефакты древности. Нам удалось выяснить точно, на какой горе находится уникальное захоронение. Сокровище, которое оно хранит, возможно, единственное доказательство существования легендарной киммерийской цивилизации. Если мы найдем эти материальные подтверждения, а я не сомневаюсь, что это произойдет, это может по-другому показать, рассказать, увидеть то, что происходило примерно 25, может быть, 30 веков назад. По легенде, в толще самой горы находятся скрытые помещения. В одном из них похоронена женщина-воин. Ее подвиг здесь до сих пор свято чтят. Ценой собственной жизни она спасла жителей деревни от истребления. Со слов стариков, похоронили ее скрытые пещеры, так говорят, по-нашему, Жашрын Дурбулла. А нигде не отмечается, никто не знает, где эти пещеры. На вершину горы ведет только одна дорога. После нескольких неудачных попыток заехать на джипе с оборудованием для геолокации на гору, принимается решение – больше не рисковать. При такой крутизне машина может перевернуться. Здесь более 40 градусов, это очень круто. 35-37, а может быть действительно все 40. Угу. Машина не поднимется однозначно. Давайте принимать решение. Вариант один. Идти пешком. Накануне ночью в ущелье прошел сильный снегопад. Путь вверх по отвесному склону горы смертельно опасен. Влажный снег сделал крутые горные тропы очень скользкими. Но участники экспедиции программы «Тайны мира» все равно принимают решение подниматься на вершину горы. Высота этой священной горы 971 метр. Но мы прошли лишь половину пути. И путь к вершине становится все сложней. Почти достигнув вершины, участники экспедиции обнаружили неприметный лаз, ведущий куда-то в толщу скалы. Судя по свежим следам, его кто-то недавно расчищал. Наш местный проводник Назир рассказал нам, что это не единственная катакомба. Здесь келев на склоне именно вот этой горы, под этим кругом, штук, наверное, 5 кельев. Также кельи есть и в скале. Дальше начинается скала, и в скале есть кельи прорубленные. Мы обнаружили древний подземный византийский монастырь. В этих скальных пещерах христианские монахи из Византии в X веке основали монастырь. В тесных каменных кельях они жили и молились Богу. Мы попытались исследовать их. Добраться до первых двух келий не составило никакого труда. Остальные оказались недоступны. Попасть в них без специального снаряжения крайне затруднительно. –
На него можно было дойти или только с севера, потому что справа, слева, спереди отвесные скалы. По ним невозможно забраться. В самих пещерах нет ничего необычного. Во всем строгая аскеза. Единственное, что вызывает вопрос – наскальные рисунки. Когда, кем и с какой целью они были нанесены, остается загадкой. Видимо, эта местность играла и ритуальную какую-то роль. Сверху захоронений очень много, воинские захоронения. Взобравшись на плато, мы смогли убедиться в том, что здесь, на вершине горы, в древности был расположен целый обрядовый комплекс для совершения ритуалов. В его центре вырыта идеально круглая яма. Ее глубина равномерно увеличивается к центру, образуя полусферу. Удивительно, если вы обратили внимание, по краям дует сильнейший ветер, а здесь он затихает, как бы обходит стороной это место. Южную сторону плато закрывает искусственный вал, а по всему пространству расположены огромные каменные шары. Священная гора ставит перед участниками экспедиции программы «Тайны мира» все новые вопросы. Считается, что на этом плато расположено место силы. Время как будто бы останавливается, а жизнь внизу кажется бессмысленной суетой. Древние утверждали, здесь человек заряжается энергией природы и обретает великую мудрость. Далее в программе античные поселения на территории России. То есть другого такого памятника в России попросту нет. Какая глобальная катастрофа опустошила эти города? 20-25 гектаров от общей площади города находится под водой. Экспедиция программы «Тайны мира». Там, где не проедет автомобиль, пройдут лошади. В поисках подземной сокровищницы. Глубина получается около полуметра. Какие тайны хранит древний скальный монастырь? Что ты, для чего ты и зачем ты? Я раскрою все тайны. В 2010 году премьер-министр России Владимир Путин провел совещание по мерам поддержки археологической науки. «Не зная своего прошлого, невозможно строить и будущее», заявил глава правительства. Археология – очень важное направление деятельности, и это дает нам представление о том, кто мы такие. Таманский полуостров, древнегреческий город Фанагория, крупнейшее античное поселение на территории России. Очаг античной цивилизации и культуры, которая просуществовала около тысячи лет. В начале 4 века до нашей эры жители Фанагории уже пользовались всеми благами цивилизации. Были построены канализации и водопровод, в городе работали специальные бани, термы. Население было очень богато. Средний дом по площади составлял примерно 300 квадратных метров. В X веке жители внезапно покинули город, оставив все вещи в своих домах. Вероятно, их вынудило уйти некая глобальная угроза извне. Экологическая или военная? Что произошло в действительности? Уникальная библиотека из каменных табличек с древними текстами, ювелирное украшение, полное собрание греческих монет. Этот список можно продолжать до бесконечности. Когда все это открывается вот под руками, какие-то эмоциональные состояния людей позволяют им обратить внимание на те детали, те мелочи, которые в другом случае не будут восприниматься. В 2011 году председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин принял решение о создании на месте масштабных археологических раскопок Федерального музея-заповедника под открытым небом. Самое древнее поселение на территории нашей страны. Это же 6 век до нашей эры. Человечеству будет интересно знать, что у нас есть эти богатства. И не только гражданам России будет интересно забивать, смотреть. Ну и со всего мира, я думаю, люди будут приезжать. В 2011 году
Археологами в центральной части города, в так называемом Акрополе, был обнаружен дворец легендарного правителя Боспорского царства Митридата VI. Несмотря на занятость, премьер-министр страны Владимир Путин нашел время прилететь на полуостров Тамань и лично ознакомиться с уникальным памятником античной архитектуры. Мы ее нашли в стеночке. Смотри, какой амфор ты раскопал красиво. Обалдеть. Русское географическое общество, председателем попечительского совета которого является Владимир Путин, активно оказывает поддержку ученым в их исследовательской работе. Интересно, что Фанагорию копают почти 200 лет. Но раньше исследователи интересовали курганы, хранящие под толщей земли сокровища. Сейчас задача номер один – полное исследование города. То есть другого такого памятника в России попросту нет. Греческие историки утверждали, Фанагория была основана на острове ныне несуществующего архипелага Каракандомита. Он находился в дельте реки Кубань. Что произошло с ним впоследствии? Почему он исчез? Третья часть греческого города была затоплена. Возможно, где-то здесь находится и легендарная Атлантида. Мы ведем подводные исследования. Примерно 20-25 гектаров от общей площади города находится под водой. Но это лишь одна из немногих тайн, которую хранит Фанагория. Древнегреческие авторы утверждали, все Северное Причерноморье населяли легендарные киммерийцы, предки славян. Отсюда соответствующая топонимика. Азовское море именовалось Киммерийским озером, Крым – Киммерией. Опустошительные набеги грозных соседей приводили в ужас современников. Степные наездники, словно вихрь, уничтожали все на своем пути. С реальным народом киммерийцев греки были знакомы у себя в Малой Азии, когда киммерийцы вторглись, да, и разрушили ряд городов в Ионии. И поэтому у представление об этом народе определенное было. Ионийцы пришли в земли Киммерии, когда грозные кочевники уже ушли из Северного Причерноморья. Основав колонию, они установили торговые связи с местными племенами-синдами. Принято считать, что светоч цивилизации был принесен народам Восточной Европы, Урала, Сибири и Дальнего Востока извне. Из западной греко-римской цивилизации. Но найденные при раскопках в Фанагории артефакты опровергают эту точку зрения. Вот эта монета чеканилась народом синды. На ней даже стоит клеймо «Синдика». Немыслимо для завоеванной нации. С одной стороны, многие греческие развитые города не чеканили монету, а синды, племена сельскохозяйственные, почему-то чеканили такую монету. И вот это вот противоречие, вот эти все, дают пищу для, не просто для дискуссии, но для того, чтобы понять уровень развития экономики. Это горное плато в Баксанском ущелье хранит одну из древнейших тайн. Под плато находится подземный монастырь. 6 столетий назад внизу в долине произошло сражение. Армии Тамерлана и Тахтамыша сошлись в смертельной схватке. Победил Тамерлан. В 14 веке обитель прекратила свое существование. Спасаясь от нашествия Тамерлана, монахи покинули монастырь. Существует легенда, что перед этим они собрали все священные книги и реликвии и замуровали их в одной из келий. Спустя 600 лет мы постараемся отыскать ее. Мы будем искать эту келью с помощью георадара, предназначенного для обнаружения подземных пустот. Из-за сильного снегопада вчера мы не смогли добраться на вершину священной горы на автомобилях и доставить на плато оборудование для исследований. Сегодня вторая попытка. Используя специальное снаряжение,
мы рассчитываем преодолеть этот крутой подъем. Автомобильные цепи на колесах должны улучшить сцепление с дорогой. Это единственный вариант взобраться на вершину горы. Натягивание цепей – непростая задача. На подготовку машины приходится тратить много времени. Колесные цепи не помогли. Все попытки взобраться вверх на гору провалились. Члены экспедиции уже были готовы смириться с тем, что исследовать ритуальный комплекс на горном плато не удастся. Но неожиданно появилась идея, как решить проблему доставки груза. Местные жители согласились помочь доставить нам исследовательскую технику на вершину горы. Там, где не проедет автомобиль, пройдут лошади. Крутые подъемы не составляют для них особого труда. Лошади медленно, но верно идут вперед. Через полчаса мы на месте. Роман – профессиональный геодезист. Георадар, который он привез с собой, один из лучших в мире. Данная технология позволяет обнаруживать различные предметы, трещины и так далее. Для начала необходимо выбрать район, где будет осуществляться геосканирование. Общее мнение. Прежде всего, надо исследовать центральный круг, окруженный каменными мегалитами. Для этого нам потребуется расчертить рабочую область и утоптать снег. Здесь мы видим картину, как будто мы пересекаем сейчас протяженный некий объект. Можем померить глубину его залегания. Какая глубина протяженность этого объекта? Примерно. Похоже, нашему геодезисту Роману удалось что-то зафиксировать под землей. Глубина получается около полуметра. Чтобы ответить точно, что именно наша экспедиция обнаружила под землей, необходимо провести более тщательные исследования. Более 20 метров. Судя по всему, он продолжается и дальше. Так же? Нет никаких сомнений. Повторная геолокация подтверждает. Прямо под нами проходит ровная штольня. Возможно, это вход в секретную пещеру византийского скального монастыря. Далее в программе. Какое предназначение имеют разбросанные по этому плато каменные мегалиты? Камни лежат не просто так. Те, которые в центре, обозначают одно из созвездий. Где находилась цитадель древней славянской цивилизации, легендарный храм Солнца? И именно здесь они построили первый в истории человечества храм. И какую тайну он хранит? Сам по себе место уникальное. Смотрите сразу после рекламы. Я раскрою все тайны. Алтайский край. Одно из самых знаменитых мест силы. Здесь есть территории, где даже в самую лютую зиму сохраняется осеннее тепло. Необычные оазисы, где и зимой вызревает виноград. А горы Алтая хранят древнейшие тайны. В 2009 году в ходе визита в Алтайский край Владимир Путин пообещал республике федеральную поддержку в вопросах развития туризма и посоветовал членам Кабинета министров проводить отпуск в российских регионах. С тех пор поток туристов на Алтай резко возрос. Ежегодно край посещают более миллиона человек. На Алтае есть уникальное географическое образование. Это своего рода такой российский Тибет. Археологические раскопки на алтайском плато Укок стали мировой сенсацией. В 1993 году археолог из Новосибирска Наталья Полосьмак при раскопках кургана Акалаха-3 обнаружила мумию, сохранившуюся под слоем льда, в прекрасном состоянии. Захоронение отнесли к периоду пазырыкской культуры Алтая. Оно было сделано в 5 веке до нашей эры. ДНК-анализ мумии подтвердил, ее ближайшие родственники – представители европеоидной расы.
Конечно, были произведены многочисленные исследования антропологические и генетические. Основной массив составляли какие-то пришлые группы людей, которые пришли с другой территории, с часть со своей культурой. Мумия лежала на боку со слегка подтянутыми ногами. Это традиционный способ погребения у скифов. На руках девушки были нанесены многочисленные татуировки. Перед погребением на нее были надеты дорогие одежды. Она умерла в молодом возрасте, примерно 25 лет. При помощи генетического анализа удалось даже определить регион, из которого пришли ее предки. Территории вот близко к Иранскому Нагорью, вот с окраин Ахеменидской империи. Невероятно! Но именно в этот период, между 6 и 8 веками до нашей эры, где-то на бескрайних просторах Иранского Нагорья затерялись грозные кочевники, предки славян, киммерийцы. На Алтай пришли племена, некогда наводившие страх на весь Кавказ, Европу и Малую Азию. Алтай сейчас очень низкорослые лошадки. Эти кони не могли быть выведены на Алтай, их привели откуда-то, ну, с Передней Азии. Родственные алтайским захоронения также были обнаружены в республике Тыва и в Турции. Эти люди появились в Тыве и на Алтае как бы внезапно, между 8 и 6 веками до нашей эры. И их средний рост был больше 180 сантиметров. Вот это вот огромная общность, которая в науке, в археологической науке получила название «Скиф-Сибирский мир». Вот эти люди, которые проживали в это время на этой территории, они обладали не только сходным способом ведения хозяйства. Вот это уже были кочевники. В залах Эрмитажа там есть такой большой ковер. Вот на этом большом ковре как раз изображен, возможно, всадник киммерийского такого облика. Вот этот ковер из запасников государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Всадник на коне напоминает типичного южнорусского казака. Даже чуб такой же черный и кучерявый. Интересно, что из оружия у него только лук с колчаном стрел. Киммерийцы и скифы всегда изображались только с этим оружием. Последние называли сами себя именно не иначе, как «скалоты». Сразу на четырех языках – греческом, скифском, ассирийском и старорусском – это означает «лучник». Ниже этого всадника находится орнамент, который встречается в основном только у киммерийцев. Это круг, внутри которого вписан ромб с точкой. В общем, это, ну, признано всеми исследователями, что это киммерийский орнамент. Орнамент в нижней части этого ковра действительно совпадает со знаком, который использовали киммерийцы. Круг, в который вписан ромб, и посередине точка. На этой фотографии редчайшая находка, найденная при раскопках кургана у Ашхиту в Адыгее. Видно, что киммерийцы продублировали этот знак, расположив меньшее изображение внутри большего. В чем смысл этого рисунка? Пор-Бажин в переводе с тывинского «глиняный дом» – один из самых загадочных памятников истории и археологии в мире. В Тувинской республике, почти на границе с Монголией, на высоте 1300 метров в горах, расположено озеро Тарехоль. В центре озера остров длиной около 240 метров. Почти всю площадь острова занимают развалины монументальной крепости 8 века нашей эры. Правильный прямоугольник, ориентированный по сторонам света. Внутри целый лабиринт зданий и построек, в том числе два дворца. Керамика, черепица, домашняя утварь, кузнечные принадлежности. В крепости полно артефактов. Кроме одного.
До сих пор не найдены останки хотя бы одного человека. Куда делись жители крепости? Министр Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу впервые увидел загадочные развалины на фотографии в детстве. 12 мне было, когда я увидел фотографию с этим островом Тверьба, и мне всегда хотелось туда попасть. Такая возможность появилась, и мы в рамках уже нашего фонда, который мы создали достаточно давно, решили провести вот такую большую экспедицию. Раскопать уникальное творение прошлого и разгадать его загадку. С такой миссией в 2007 году был основан культурный фонд «Порбажин» под эгидой Министерства культуры и МЧС. Ученые-архитекторы со всего мира съехались в Туву. Это совершенно дикие места, лес, огромная долина, в центре которой расположено озеро. На этом озере множество озер, и на одном из этих островов, на одном из островов расположен памятник. 13 августа 2007 года с официальным визитом в Туву прибыл президент России Владимир Путин. Здравствуйте. Это наш друг, правящий князь Монако. Очень приятно. По приглашению российской стороны в поездке принял участие князь Монако Альбер II. Главы государств ознакомились с ходом археологических работ в древней крепости Порбажин. Это часть крепостности. Здорово. В экспедиции участвовали известные ученые, и геофизики, и гидрологи, и гидрографы, и много-много-много других разных ученых. У нас даже был один сезон, когда мы пригласили ученых из-за рубежа, и год этой экспедиции у нас совпал с годом полного затмения солнечного. Долгие месяцы кропотливой работы. Гипотезы, теории, версии. Одни считали крепость манихейским храмом. Другие, что ее построили в окрестностях Саян для обороны от кочевых киргизов. Очень хорошо сохранились крепостные стены, которые, собственно говоря, окружают памятник по периметру. Они примерно высотой где-то до 10 метров, а по всей видимости они были еще выше 15, до 15 метров. И памятник довольно точно ориентирован по сторонам света. Куда делись жители крепости, осталось загадкой. Это вид сверху. Видно, что в центре выделяется квадрат. Описываем вокруг него круг. Теперь вписываем внутренний круг в квадрат, проводим внутренние диагонали, ставим центральную точку. Готово. Типичная форма мандалы, сакрального знака, символизирующего сферу обитания божеств. Само по себе место уникальное. Уникальное, потому что вокруг этого места огромное количество разного рода, как термальных, так и других источников. Там, естественно, туда идут люди, люди, которые идут не только лечиться, но и, что ли, обрести новые силы. Недаром остров на озере Терехоль считается местом силы. Люди чувствуют здесь потоки энергии, как будто выходящие из земли. И сегодня туда люди идут на лошадях, на верблюдах. Они туда приходят пешком, пытаются добраться туда и водой, и воздухом, по-разному. Далее в программе «Тайна сакральных знаков». В их расположении есть какая-то таинственная закономерность. Как наши предки строили обсерватории. Это изобретение древних. И пользовались древнейшими навигаторами. Они имели возможность перемещаться, следовательно, очень быстро. Результаты экспедиции программы «Тайны мира». Я раскрою все тайны. Вспомним загадочный орнамент на Пазырыкском ковре из Эрмитажа. В круг вписан ромб, посередине поставлена точка. Круг – это линия горизонта.
Две противоположных вершины ромба – точка восхода и точка захода Солнца при зимнем солнцестоянии. Оставшиеся две вершины относятся к летнему солнцестоянию. Точка посередине – звезда-ориентир. Данной ситуации – это Сириус. Обычно его именно так изображают астрономы. Зная эти простые правила, наши предки скифы и киммерийцы в бескрайней степи всегда имели при себе мобильный навигатор. Они имели возможность перемещаться, следовательно, очень быстро на очень большие расстояния на своих лошадях, что еще больше способствовало распространению признаков материальной культуры и языка, и антропологии, кстати сказать. Мы продолжаем экспедицию в Приэльбрусье. Мы уже смогли определить точное местоположение сакральной пещеры, в которой, по преданию, византийские монахи, спасаясь от орд Тамерлана, спрятали ценности и секретные книги. Нам осталось только определить назначение каменных мегалитов на плато Священной горы. Эти огромные каменные шары природного происхождения. Вес каждого из них – несколько тонн. Более 2000 лет назад люди смогли затащить их на горное плато. Но кому и зачем это понадобилось? На вершине они не образуются. Для их образования нужна вода, чтобы вода их омывала. И поэтому наличие камней в этом месте представляется совершенно противоестественным. Всего на плато было обнаружено 8 каменных шаров-мегалитов. Все они были расположены за пределами границ, вырытой в центре ямы со сферическим дном. Если внимательно приглядеться, становится очевидным. В их расположении есть какая-то таинственная закономерность. Чтобы найти ответ на вопрос, надо знать, где его искать. В древности люди придавали огромное значение движению небесных тел. Таким образом, они составляли календари, находили дорогу домой и делали предсказания. Поэтому члены экспедиции выдвигают сенсационную версию. Здесь, в Баксанском ущелье русского Приэльбрусья, расположена древнейшая обсерватория. Уже впоследствии, когда мы поняли, что камни лежат не просто так, те, которые в центре обозначают одно из созвездий, а те, которые по краям, представляют из себя пригоризонтную обсерваторию. Это изобретение древних. Можно рассматривать таковой Стоунхедж, можно рассматривать город Аркаим. В пригоризонтных обсерваториях люди в древности наблюдали за движением небесных тел. И вот как это работает. Линия горизонта – это точки захода и восхода светила. Выбираем место наблюдения. Определяем точку пересечения с Солнцем линии горизонта, а также точку восхода. Проводим прямую линию от точки восхода к точке захода при зимнем и летнем солнцестоянии. Все. Можно фиксировать 6 солнечных событий в год и наблюдать движение Солнца по горизонту. Что такое пригоризонтная обсерватория? Это камни, которые выложены в определенной системе. Имеется место наблюдателя. Здесь оно действительно имеется. Причем оно благоустроенное место, прямо вырублено в камне для него. Итак, все необходимое для пригоризонтной обсерватории здесь есть. Место наблюдателя, несколько ближних визиров в виде заостренных камней, а дальние надо искать на горизонте. Остается только настроить ее под себя и понять, какие небесные события здесь наблюдали. Далее в программе «Места силы России». Мы идем по трассе средства железной дороги Кызыл-Курагино. Кто хранит тайну храма Солнца? Мы находимся так близко от этой тайны, что туман, не туман, все равно раскопки надо продолжать. Загадки скифских захоронений. Лучины такие на камнях. Смотрите сразу после рекламы. Я раскрою все тайны. В 2011 году премьер-министр России Владимир Путин дал старт строительству железной дороги Кызыл-Курагино.
За несколько месяцев до этого в республике Тува стартовала студенческая археологическая экспедиция «Железная дорога Кызыл-Курагина» под патронажем Русского географического общества, председателем попечительского совета которого является Владимир Путин. Скифы здесь произошли, это была их уже родина. Благодаря строительству железной дороги у нас появилась возможность исследовать археологические памятники в Туве. Студенческий палаточный археологический лагерь «Долина царей» расположился в живописной долине у водохранилища реки Эрбек, что в 40 километрах от города Кызыл. Название лагеря выбрано не случайно. Оно созвучно со знаменитой египетской «Долиной царей». В составе экспедиции более сотни студентов из университетов Кызыла, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В дальнейшем мы должны сохранить для потомков все то, что будет обнаружено, все то, что будет найдено. С одной стороны, приоткрыть историю, а с другой стороны, сохранить эту историю. Кызыл-Курагина хранит одну из неразгаданных тайн мира. Недалеко от города Кызыл, как раз в том месте, где ведутся раскопки, древние располагали центр земли. Или, как они его называли, пуп земли. Невероятно, но именно здесь находится равноудаленная ото всех океанов точка Евразии, фактически ее географический центр. Загадочное место, известное нашим предкам еще тысячи лет назад. Это место предания наделяли особой силой. Источник этой силы, возможно, удастся обнаружить ученым. Нам нужно раскопать 25 могильников, которые состоят из 115 курганов. И еще на территории Тувы захватывает железная дорога поселение. Очень интересное поселение эпохи бронзы, где были найдены изображения окуневские, изображения личины такие на камнях, они такие необычные совершенно. В скифских курганах сохранилось много ценностей, свидетельствующих о высокой культуре скифов. Они создали особый стиль в искусстве, который называется «скифский звериный стиль». Животных они изображали в движении, часто в прыжке. До нас дошло много предметов из золота, серебра и других материалов, сделанных в скифском стиле. Искусство скифов ни с чем не спутаешь. Звериный стиль. Золотые изделия, сделанные в виде различных животных. Все это нашли в погребальных курганах скифских вождей на Кубани и Алтае. Царей хоронили вместе с предметами обихода, включая драгоценности. Несколько лет назад в долине Тувинской реки Ауюк были раскопаны курганы Аржан-1 и Аржан-2, в которых были обнаружены захоронения скифских царственных особ. Внутри было найдено более 5000 золотых изделий. Коллекция весом до 20 килограммов датируется 7-10 веком до нашей эры. И там, конечно, в огромном количестве предметы не только ювелирного искусства, но и я впервые там увидел украшения из резного золота. Раскопки в Кызыл-Курагина стали еще одним подтверждением существования в этих местах могущественной древней цивилизации. Согласно последним исследованиям, на огромной территории от Алтая и до Дуная, от Крайнего Севера и до Центральной Азии и Анатолии жили люди, которых объединяли вера, культура и высокие для тех времен технологии. Очень серьезная тема, пресловутые таджики, говорят на иранских языках. Таким образом, и таджики, и славяне входят в одну подгруппу языковую. Это индоиранцы. И с этой точки зрения коренное население Москвы, например, русскоязычное, и таджики, почитай, двоюродные братья. Мы
находимся так близко от этой тайны, от открытия этой тайны, что мне кажется, что туман, не туман, все равно раскопки надо продолжать. Вернее, начать их и попытаться войти в этот подземный ход. До конца светового дня осталось от силы полчаса. К тому же на плато сгущается туман. Но, похоже, копатели достигли твердой породы. Мы уже практически начали скрывать основание свода. Что под ним, это очень сложно представить. Но техника наша, к сожалению, не позволяет. Скорее всего, там или келья, или подземный ход. По звуку это именно так. Попробовав в нескольких местах обойти твердую плиту, члены экспедиции приходят к окончательному выводу. Может быть, это та самая келья, в которой спрятаны сокровища монахов. Члены экспедиции принимают решение не взламывать варварским способом возможный свод пещеры. Очевидно, что для дальнейшей работы и проникновения вовнутрь необходимо вызывать археологов со специальной техникой. Зато нам удалось найти артефакт. Зеркальце. Скорее всего, зеркальце кабанской культуры с солярным знаком, солнцем на оборотной стороне. Мне стало известно, что точно такое зеркало было найдено во время раскопок скифских курганов в Туве летом 2011-го. Возможно, уже 2500 лет назад на огромной территории от Кавказа до Алтая существовала единая цивилизация. Получается, на территории, сопоставимой с территорией России, существовала цивилизация, которая легла в основу всех – осетин, балкарцев, литовцев, русских. Но чтобы до конца восстановить историю этой страны, еще очень много чего надо сделать. Экспедиция программы «Тайны мира» продолжит исследование.